А запись надо... Ну, заново включай, будешь... Я уже включила заново, но я и на секунду выключила. Ничего страшного, будет две записи. Только, ну, как сказать, мне больше мороки ее ставить, но я поставлю две. А их можно будет как-то смонтировать, соединить? А я вот не умею. Так нужно приложение просто скачать, и все. А ты сможешь это сделать? Чай, мне не будет времени. Я смогу сделать. Ну, соединить тогда. Да, сделаю. А подожди, вот прислать мне сможешь? Да, смогу. Ну хорошо, а когда ты это только еще сделаешь? У меня сейчас каникулы будут, поэтому нет, когда мама будет дома с компьютером. Давай тогда, чтобы завтра я уже все поставила, ладно? Ладно. Потому что обычно я сразу же делаю, у меня начинаются потом другие дела, и я просто могу не успеть. Если будет какой-то там, понимаешь, сбой. Ну, сейчас она, может, попробую сделать. Отлично, все. Ну, хорошо, давайте тогда. Да, продолжаем. Значит, смотрите, вы не видите ничего, да, то, что у меня? Нет. Кто у нас сейчас? Кто у нас сейчас? Тая. Отлично. Так, Таечка пишет в чате предложение по-русски. А все его сейчас увидят. А какое предложение? Скажу. Роб, я собираюсь на свидание завтра. Пиши прям. Роб, я собираюсь на свидание завтра. О? Да. Можно еще раз? Роб, я собираюсь на свидание завтра. И я чувствую, что слегка нервничаю сейчас. Еще раз, что слегка нервничаю сейчас. И все тоже... Написали где-то себе или думают, да, или смотрят. Потому что мы сейчас будем стоять обсуждать, а вы тоже себе. Итак, Роб, я собираюсь на свидание завтра, и я чувствую, что слегка нервничаю сейчас. Все. Отлично. Таечка, ну давай мы с тобой, значит, должны сообразить. Как это мы будем писать? У нас... I will going... Правильно? Не, I will going так не говорят. I am going. Нет, а я хочу сказать, я собираюсь. I will. Вот так хочу сказать. Смотри, когда ты просто в своей голове что ты хочешь куда-то пойти, но никто не в курсе, и ты ни с кем не договорилась, то тогда ты скажешь «I will». Это твое желание, мечта внутренняя, которую никто не знает. Но если уже ты с кем-то договорилась, тебя кто-то где-то будет ждать, как мы с тобой, то ты должна сказать это «I'm going», потому что настоящее продолженное ты должна сказать, потому что уже ты с кем-то в процессе находишься, уже кто-то что-то знает. Понимаешь? Да. Потому что will ты говоришь только тогда, когда вообще никто не в курсе. А I'm going, когда уже какой-то процесс пошел. Ну, например, с этим видео I'm going там, to fix it, например, да, потому что мы с тобой уже этот вопрос обсудили. Ну, к примеру, понимаешь? Да. А если бы я это не озвучила, то это бы I will там или you will. Поняла? Да. Вот, давай теперь пиши. Подлежащее, сказуемое. Так. Роб, напиши, как его зовут. А, хорошо. Давай, Роб, кстати, пишется А-О-Б. Потом ставишь кому запятую, потому что это обращение к нему. Сейчас. Прямо здесь пиши Роб. Ставь запятую и посылай, чтобы люди видели, чтобы им было интересно. R-O-T? A-O-B.
Роб. А, я думала, рот. Би. А, о, би. Кома, запятая. Так, теперь я собираюсь. I'm going on a date tomorrow. I'm going, без г. Пиши I'm going и посылай нам. Как сделать апостроф? Клавиатуре тебе, да? А, все, нашла. I'm going. На третьем ряду. I'm going. Дальше. A date tomorrow. I'm going on. На. I'm going on. И сделай кликни, чтобы видели. I'm going on. Я собираюсь. На свидание. On. Date tomorrow. Я не знаю, просто вот свидание. Открывай Google. Смотри свидание. Но у меня тут написано date. Еще какое может быть? Сейчас я посмотрю, что тут. Ой. Data rent this was appointment. Если так? У нас одно, давай date оставим, date. Окей. Okay. That should date. Смотри, свидание ты можешь посчитать? Одно свидание, два свидания, три. Можешь? Нет. Как? Свидание, свидание. Свидание, да, могу. Значит, перед свиданием ты должна поставить артикль. Какой ты артикль поставишь, скажи мне? A date. Почему a, а не the? Потому что это еще непонятно, какое, да, наверное. Это одно свидание, но никто не знает, какое правильно. Пиши a date. Date. A date. Tomorrow. Умница. И вот это I'm going on a date tomorrow будет, что ты будешь собираться завтра на него, да? Потому что уже кто-то знает. Не I will go. Когда никто не в курсе. Ты придешь, а никого не будет. Поняла? А ты уже с кем-то в процессе. On a date. Так, теперь. Отправляю, да? Нет, on a date, да. А дальше? And I'm feeling... Нет, подожди, супер. А когда? Завтра? Tomorrow. Во, пиши, tomorrow. Так я же написала уже. Я просто не посмотрела. A date tomorrow. A date tomorrow. Отлично. А вот можно, если перед date еще было поставить на какое... Там wonderful day tomorrow, там awful day tomorrow, любое. Поняла? Если, да. То есть какое-то определение между артиклем и свиданием можно было сделать. Tomorrow. Значит, получилось у нас одна часть предложения сделана. Подлежащее я, going on, собираюсь. Куда? Date. И когда? Завтра. Начинается вторая часть предложения. Но и я чувствую... Он сейчас в процессе находится, ты это понимаешь? Да, yeah, and I'm feeling. Умница. Только feeling, г не произносишь. I'm feeling. И напиши, я есть чувствующий, по-английски пиши. I'm feeling. A little nervous. Нет. Залезаешь в Google и смотришь слегка, не фантазируя. То, что ты не знаешь, просто смотришь. В Google залезаешь сейчас и смотришь слегка. Slink.
Твили. Slightly. 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 Смотри, slightly хорошо используется. Много, видишь, там сколько точек, да, много? Slightly. Да. Да? Да. Так, можно slightly, как угодно. Ты же переводчик, ты как хочешь, так переводишь. Пиши. And I'm feeling slightly. Slightly nervous. Так, как нервный, знаешь писать? Да. Пиши. Я сейчас посмотрю. Вот правильно, вот это вот правильно. Берешь и смотришь нервно, нервным, nervous. Все написала. Да, nervous. Сейчас. Right now. Но ты сказала прямо сейчас. Ты слова автора переделала, а у нас у автора просто сейчас. Просто при... нам, да? Ну, конечно. Хороший переводчик, он переводит дословно, старается донести смысл. А right now, прямо сейчас, это немножко другой акцент. Поняла? То есть ты не придумал, что не надо. Все. Так, смотри, что написала. Так. Читай все предложение. Rob, I'm going on a date tomorrow and I'm feeling slightly. Slightly nervous now. Nervous now. Nervous now. Да. Как в BBC сказано, я просто из текста оттуда. А слушай, вы зависли. Я зависла? Ага. А сейчас. Плохо слышно еще. Сейчас я другой интернет. У меня нормально. Все нормально? У меня, значит, да. Значит, тогда я не зависла, Тед, у тебя что-то. Значит, это у нас. Ну, давай, работай. Что? Борис, слышишь, у меня нормально? Нормально, да, у меня нормально. Значит, это не у меня в тачке вопрос, не мой. У нас картинка только зависла, а звук нет. Звук. Давайте я себе сейчас уберу, чтобы тогда будет лучше. Ну, так сказать, вот изображение свое уберу, если оно у меня где-то есть. Я вообще не вижу. Вот я себя убрала. Может быть, сигнал будет получше. Тай, может, не надо ничего делать. Давай вот так. Вот сейчас нормально. Все, я убрала свой звуковой сигнал, ну, изображение свое. Значит, смотри, дорогая, слушай, как теперь BBC, как англичане скажут. Rob, I'm going on a hot date. Ведь, ну, это свидание такое hot date, потому что он волнуется tomorrow. And I'm feeling a bit nervous now. Поняла? То есть очень близко к тому, как говорят в Лондоне, ты сделала. Я могу даже сделать вот так. Слушай, pronunciation. Сейчас. I'm Rob Carter. Rob. I'm Rob Carter. Rob. I'm going on a hot date tomorrow, and I'm feeling a bit nervous now. Повтори. Rob, I'm going on... Нет, как вот они говорят, повтори. Еще раз слушай. I'm Rob Carter. Rob, I'm going on a hot date tomorrow, and I'm feeling a bit nervous now. А мне только свое повторять таким же тоном или их? Не поняла, что повторять просто. Как получится, вот что, главное, чтобы ты уловила интонацию не с русским, вот из нашим. А, поняла, свое, да, предложение. Только как они, еще раз слушай внимательно. Hello and welcome to the One Fei, and I'm Rob Carter. Rob, I'm going on a hot date tomorrow, and I'm feeling a bit nervous now. Rob, I'm going on a date tomorrow, and I'm feeling slightly nervous now. Умница. Очень хорошо. Так. Ну что, вам понравилось так или нет? Как вы? Очень да, хорошо. Да. Так, Валентина, тогда you're next. Давайте каждый попробуем. А, нету. Валентина, нет. Так, кто у нас? Андрюша здесь? Нет, тоже вышел. Да, тогда у нас Лариса. Mm-hmm. I think I need your help. Mm. Так, это тогда пропускаю, потому что случайно нажала. Ларис, поняла, что сказано было или нет? Ну, чуть-чуть. Но мне это не нравится, поэтому тогда другое.
Так. Это страшная вещь делать. Это страшная вещь? Да, делать. Это страшная вещь делать? Я не уловила. Это страшная вещь, чтобы ее делать. Вот так по-русски звучало. Это страшная вещь? Чтобы ее делать. Так, пишу в чат, да? Да, прям в чат это пишем, Ларисик, чтобы видно было. И все тоже смотрите, чтобы, ну, как бы мы все вместе думаем, да, чтобы вам легче потом жилось на свете. Просто сейчас каждый по разочку попробует, что это такое. И мы с вами тогда решим. Но я думаю, что хорошо уметь говорить по-английски самому, да? Так, значит, Ларисочка, нам нужно найти подлежащие сказуемые. Если их нет, их надо сочинить. Если, секунду, если и, соответственно, использовать все, что мы знаем, инфинитив, герунди, если это надо. It is awful things. Awful thing. It is, пишем. Так, сейчас на английский переключим. Yeah. Пишем и пускаем всем. Так, it is awful, awful, ужасная вещь, а страшная... Пусть будет ужасная, неважно. Только так. Awful надо посмотреть, Ларисочка, в гугле, как вот, правильно писать. Сейчас, да, как писать, я забыла. И не забываем, что вещь можно посчитать. Одна вещь, две вещи, три вещи страшных. Значит, перед awful будет стоять что? Артикль. Да. Артикль определенный the и неопределенный. А определенный все-таки, потому что конкретные же вещи. Ну, а мы понимаем, ну, конкретно, что ему грозит или нет? Лариса. Так, и ты, ну, тогда, наверное, неопределенный поставим. Да, неопределенный, потому что это просто, it is, да? Да, it is awful. А awful удобно звучит или нет? N, да. Вот, N awful. Удобно, N. Пишем N awful и скинем в чат. Угу, пишу. Да, я знаешь, что думаю? Не надо тебе ничего делать. Я просто, наверное, два видео скину и все. Поняла? Ага, хорошо. И все, и отдыхай. У тебя каникулы? Можно это назвать первая часть, вторая часть. Да и ладно, ничего страшного. Я что-нибудь придумаю завтра уже. Просто ребенка не хочется, ну... Да мне все равно нечего делать. Нет, отдыхай давай. Тебе как нечего? У тебя каникулы или что? Да. Это... У меня начинаются каникулы, вот они меня нарушают режим. Объясните им, что это нельзя делать. Режим нельзя нарушать, Таечка. Мамин режим тем более. Ты понимаешь, нет? Да. А знаешь, почему? Угу. Знаешь, кто такая мама? Угу. Сейчас я тебе скажу, кто такая мама, потому что ты вот, ну, знаешь, но ты как бы не так знаешь еще, у тебя не из того возраста. Смотри, мама — это тот человек, который любит. А знаешь, что происходит с людьми, если их кто-то любит? И что происходит с людьми, если их не любят? Нет. Смотри. Тебя мама любит. Она делает максимум, что она может для того, чтобы ты была счастливой. Потому что она тебя просто любит. Ты можешь ей там нагрубить, ты можешь ей там что-то сделать не так. Но она все равно тебя любит, потому что она, ну, тебя любит и все. Любой.
Теперь представь, дети попали, которые в детский дом, по каким-то причинам у них нет там родителей. И то же самое касается папы там твоего и так далее. Ну, просто уж сейчас коснулась тогда. А теперь вот они в детском доме, у них нет людей, которые их любят. Ну, там есть какие-то воспитатели, которые с ними занимаются, но самого главного у них нет. Вот ты понимаешь, что у тебя и у них будущее будет разное? И тебе это объяснять надо, или ты это понимаешь? Понимаю. Ну вот. Вот что такое любовь? Она двигает человека как можно дальше. То есть ему как можно легче становится жить. И ты поймешь только, насколько тебе легко было жить и весело, только когда, дай бог Лене, миллион лет жизни, но когда наступит тот момент, понимаешь, как у меня уже. Угу. Вот и только ты тогда поймешь. И вот в этот момент, когда он наступит, ты поймешь, вспомнишь все эти случаи, когда ты маме сделала плохо. Понимаешь, она тебе ничего может не сказать. Понимаешь, что я говорю? Угу. Поэтому, чтобы папа или мама, или те люди, которые тебя любят, ну, как бы, как тебе кажется, несправедливо или еще как-то. Вот это надо все ловить кайф от того, что они рядом, и все. Потому что они делают максимально лучше, что они могут для тебя. Они тебя любят. Это самое главное. Поняла? Угу. Спасибо. Лена, welcome. А нет, сейчас он... А, ну да, да. Thank you very much. Да. Ну, так просто получилось, что так я не поняла, что меня Остапа понесло, но вот так вот вышло. Спасибо, Мне очень нужна поддержка порой, да. Я хочу сказать, что вот и поэтому, если маме нужно будет отдохнуть или еще что-то такое, как можно дольше надо, чтобы была она жива. Максимально делайте так, чтобы она как можно дольше была на свете. Если... Наступит такой момент, когда ее не будет, вы выйдете на передовую, на линию фронта, вы на ней будете стоять. На вас будет лететь все, что сейчас гасит мама и папа. Понимаешь? Угу. Видел, что такое война? Да. Вот эта передовая, на ней сейчас мама с папой. Если их нет, то на передовую выйдешь ты, потому что никого не будет, будешь ты. И за тобой же будут твои дети. Это закон жизни. Поняла? Да. Ну вот. Ну все, возвращаемся к английскому. Возвращаемся. Да, можно я скажу, как я думаю? Вот. Лучше написать. Ну, я написала, вот, it is an awful thing for make it или for do it. Нет, вот. It is an awful thing. Это правильно. А где это написано в английском? Здесь я не вижу в чате. А, я еще не отправила просто. Отправляем. It is an awful thing. Так, а вот дальше не надо было. It is an awful thing. А дальше что? For make it или for do it? Ну, это я вот просто, я как сообразила. А я бы сказала очень просто. Это есть, уже есть глагол. Для того, чтобы делать to do. Все. А, to do. It's an awful thing to do. Все, Ларисе, больше не нужно. То есть кратко сестра таланта. Мы взяли инфинитив, поставили. То, что после is у нас второй идет глагол. И давайте тогда напишу заново, да. Супер. Пишу. It is an awful thing to do. Мне что-нибудь полегче. Ну, да, сейчас что там дальше, то и будет, Лена. Тут уже как... Тут уже как ляжет это текст. Ну, сейчас я посмотрю. Нет, ну смотрите, вы же понимаете, мы когда начинали канадский университет, вам же казалось, что это страшно, тяжело? Или не было такого ощущения? It is an awful thing. Ой, не дописала. Ой, ну вот я везде умудрюсь ошибиться, что это раз, не я. Все отлично, отлично. Еще раз пишем. А, так вот, Леночка, когда мы начинали с вами Канаду, это казалось невозможным, да? Ну да.
Но вы нас все равно предварительно уже бы немного подготовили к этому. А я вас сейчас готовлю к другому. И, кстати, если вспомнить, мы с вами канату, я вам тоже это сказала вот где-то приблизительно в конце. А давайте-ка мы попробуем. Да. Ну вот и сейчас тоже. Ну а до Канады вы нас все равно какую-то теорию чуть-чуть давали. Леночка, вы все уже знаете. An awful thing to do. Супер, Лариса, браво. It is an awful thing to do. Молодец. Проехала на Мерседесе, использовала инфинитив. Очень хорошо. Так, Лена слушает следующее предложение. Лен, я буду помогать. Что за... Да. Никто никого не бросает. Что тебе нужно? Это... Что тебе нужно? Это... Некоторый вид ледокола. Так, там тире, наверное, перед это, да? Ну, в английском нету тире, но в русском можно, да, в русском, да, поставить надо тире, потому что пропуск чего-то у нас. Да, это некоторый вид ледокола? Да, ледокола. Некоторый вид ледокола. Так. Так, что тебе нужно? Значит, you need... Что? What you need. What you need. Прямо пишем по-английски what you need. Так, what you need. Значит, что у нас получается? What... Это у нас одно предложение началось. Что тебе нужно? Да, это первое предложение, вводное. Да, что тебе нужно? Тебе нужно, потом мы ставим запятую. Нет. Да? Нет, запятую что? Тоже. Да, что тебе нужно? Есть некоторый вид ледокола. Так, теперь разбираемся в каком времени. Что тебе нужно? Это некоторый вид ледокола. Это происходит... Ну, сейчас. Кстати, есть глагол или нет? Нету глагола. Надо поставить. Но я хочу его поставить, как вот в этом, как надо же время разобрать. Да. Что тебе нужно сейчас, добавлю. Это сейчас. Некоторые... Это вот настоящее время. Значит, мы идем в таблицу B, потому что нам нужно, нет глагола, нам нужно его поставить в настоящем времени, после тебе. Так. Что? Нет, вот тебе что? Was. Нет, настоящее время. А, ну, be тогда. Это супер. Be вся таблица называется. Вот, так, это вот, это что? Это значит is. Это it. Что это it? Ну да, значит, ставим глагол is. Отлично. Получается, you need, это как вспомогательное предложение. Что есть? Некоторый вид ледокола. Что? Тебе нужно как бы это дополнительное предложение? Сам. Да. Вот это вот слово сам. Теперь вид. Вид это, наверное... Заходим в Google и смотрим. Заходим в Google и смотрим. Сейчас. Вот что такое вид. Вид это, наверное... Что-то я догадываюсь, конечно. Ну, посмотрим, какие там значения. View это вид, когда пейзаж. Kind, форма. Вот, наверное, форма. Лучше, нет, kind это форма чего-то, а kind это вид, вот какой вид, вот kind. Вот это kind более... берем, да? Лучше kind, да. Берем kind. Kind. Ой, на русском пишу сейчас. Kind. Kind. Some kind. Ice. Ледокола как? Кого чего? Icebreak? Icebreak. Да, ледокол. Kind. Кого чего? Родительный падеж у нас двумя способами. Либо апостроф S, либо предлог of. Так, сейчас поменяю.
вспоминаю, как пишется ice. Ice. Вот, вспомнил. Ice cream, значит, ice. Сейчас, ice. Brick. Ice brick. Ну, смотрите, только сильно не смейтесь громко. Только, Лен, да, смотрим и смеемся тихо. Вот, you need some kind. Теперь, Леночка, родительная, вид кого чего. Когда родительная поддержка, мы должны между kind'ом и вот этим icebreaker'ом, я сейчас напишу, поставить как... Поставить S. Of, кого чего, родительная поддержка в английском, либо of, либо апостроф S. В данном случае апостроф S не к чему ставить, нет существа. Редактор, так. Редакол ищем все-таки в Гугле, как писать. Как в Гугле? Ну, или я сейчас напишу, как надо. Сейчас я сейчас посмотрю, как там. Хорошо. Ага, так. Я просто скопирую здесь и пошлю, чтобы не искать. Вот, icebreaker. Угу. А я, ага, все понятно. Так. Значит, мы берем между, а в родительном падеже тогда off, да? Да, либо вот так вот родитель, ой, не то. Либо сейчас, это off я написала или что? Либо вот так вот, это off. Ну, перед... Либо апостроф... Существительным, это... либо перед kind. Откуда off поставить нужно? Кого чего, ледокола, раз родитель... Значит, падеж... перед существительным. Да, перед... Some kind... Of icebreaker. Icebreaker. What you need is some. Только some, правильно? Some kind of... Icebreaker. А, я две «б» задвоила случайно. Ну, пусть будут, Лен. Чем больше, тем лучше. Все отлично. Сейчас включу просто, как это звучать будет. Welcome to the English We Speak. I'm Wang Fei. And I'm Rob Carter. Rob, I'm going on a hot date tomorrow, and I'm feeling a bit nervous now. I think I need your help. It is a scary thing to do. Лариса, it is a scary thing to do. It is an awful thing to do. Отлично. It is an awful thing to do. Oh, супер. Теперь Лена слушает. What you need is some kind of icebreaker. What you need is some kind of icebreaker. Это вообще браво. Что одна, что вторая. Просто молодцы. Просто молодцы. Спасибо, так, ну, спасибо. Ну, сейчас смотрите, у меня просто какая идея по поводу... Давайте мы с вами, ну, как бы со следующего лет уже, ну, со следующего, если все будет хорошо, будем живы и так далее, начнем уже, чтобы по-русски, с русского на английский могли переводить. Давайте, конечно, это замечательно. Это вообще тоже сложно, ну, как бы, но это... Нам же надо как-то выражать свои мысли. Никак... Конечно, да, мозги будут работать. Да, да, очень хорошо. Так, ну, тогда смотрите, Леночка, выключаем запись. Тогда, сейчас я вам, да, просто звонок выключаем.